еще и взять, потому что вдруг не хватит. Ну, кому-то бывает, хочется подарить человеку. У нас бы тоже немного, понимаете, сегодня. Не, можно дать, брат, что-то есть у нас, есть. Есть, да? Конечно, есть. 10 штук осталось, я что говорю. Да мы ваши пользователи телеканала, нам уж как не дать-то. Ну, распользователи, вот возьмите. Возьми одну, чтобы... Спасибо. Ну, одну, это слишком... Возьмите два. Нет, нет, спасибо, нет, мы не будем. Не, про запас. Мы обычно визитки влажим в них. А у нас есть визитки. Ну давай, давай, Никита, давай. Да я раздаю людям, раздаю. Ну про запас возьмите. Ну если не жалко, мне про него удобно. Спасибо большое. Я-то тоже беру для того, чтобы кому-то подарить, потому что у меня есть две, мне жалко отдать, потому что у меня семья, детям нужно, да. А вот так бывает, с человеком встречаешься, ну, хочется вот, ну, видишь, что человек, ну, немножко к вере подтолкнешь, и он, как говорится, ну, поймет правильно. Отдать нечего. К ней... А вы-то ходите в штанах, это нормально считается, как для благовестника? Ну, подумаю, всегда вот я вам сейчас объясню. На 19 лет, на 19 лет, на 19 лет. Вот всегда, когда я с вами встречаюсь, вы нас оговариваете о штанах. Да не мы, это слово Божие оговариваем. Вот смотри, Никита, я поясняю. Во-первых, ну, у нас штаны, не просто штаны, у нас еще и платьишко сверху. Если бы мы одели вот такую куртку, да, это была бы другая история, мы этого не позволяем. Да нет у вас только платьишко, вы конкретно в штанах ходите. Нет, ну, я заявляю, что я не покупаю куртку короткую, я сама осуждаю женщин, которые одевают короткие юбки, ой, куртки. Ну, понятно. У нас все прикрыто, понимаете, прикрыто. Ну, это разговор другой. У меня тоже, видите, прикрыто как будто. Я тоже в юбке, получается. Вот. Ну, батюшки ведь тоже в платьях ходят. Ну, мы как в юбке натурально, видите, тоже. Никита, смотри, ну вот батюшки-то платье одевают. Вот мы же тоже, как бы, ну, понимаем, вот я же не говорю, батюшка платье-то одел. Ну, да, батюшка виноват. Нет, ну, понимаете, если вот к этому так подойти уже конкретно. И как он подойдет к нам, как в таком году-то мы уже подходим, на речном там было крещение. Ну, третий год, все нас за штаны. Нас про штаны. А вот никакого толку нет, я не знаю. Нас про штаны. Ну, ладно, мы исправимся, мы сошьем себе юбки, обещаем. Сошьете юбки, материал продают где-нибудь там. Нет, Никита, понимаешь, у меня есть такая мечта носить юбку. Просто я хочу, знаешь, как вообще образ поменять. Платок, я хочу купить этот платок посадский. Знаете, красивые платки с кистями, да? Посадский. Ну, как называется, посадские платки. Вот Павла Посадский. Как Volkswagen Passat это машина? Нет, Павла Посадские платки такие красивые, женщины носят с кистями. Вот. И хочу другое совершенно, шубка у меня есть. И я хочу... Так можно прям сегодня пойти тут и найти эти платки, купить наконец. Их нет. Надо решиться. И, да, нет, я вынашиваю. Я вынашиваю свой образ поменять. Вон девушка тоже пошла в юбке, только короткая. Видите, очень короткая юбка получается. Вот, прикрываешь. Я хочу свой образ изменить, но я хочу это сделать достойно, не просто пойти какую-то юбку, да, я хочу, чтобы она была, ну, мне... Нет, понимаете, вы, образ, как раз у вас есть образ, только вы его уже изменили тем, что одели эти штаны. Да. У вас образ изначально женский образ. Я изменю образ свой, но я хочу подойти к этому, понимаете, не просто так, я хочу и сапожки другие, я хочу и юбочку, и хочу пальтишко другое, и платок вот этот, но чтобы я не просто была в какой-то юбке, но чтобы эта юбка, она меня, как сказать, украшала, а не просто одеть юбку и пойти, Сказано Писание, немедля обратиться к Господу, да. Да, у нас опять разговор про штаны. А мы вас увидели, побежали. Мы хотели засвернуть там, а я тут пошли. А Господь нас повел. Вот. Но я хочу сказать, что мы смотрим ваши ролики каждый день. Понимаете, каждый день. У меня уже есть видео, где я говорю, в том году, на 19 января, на крещение. Помнишь, я с Юлей еще шапку-то сняла и девчонки-то на голову одела. У нас ролик есть. Это, как называется, шум благовестия заглушает. Завеса какая-то. Завеса, шумовая завеса, она забивает там что-то проповедь. Ну, хорошо, мы сейчас торопимся, просто мы идем на спорта. Да, конечно. А вот все торопятся. Вот сейчас зашли, делали съемку там тоже про старую пристань. Собаки загнали. А женщина с музея там. И нас собаки загнали в музей. Я стою женщине про старый Барнаул, рассказываю. Ну, она, женщина там работает в музее. Она не стоит вас. Я побежала, мне некогда. И все куда-то торопятся. Понимаете, вот все. Да. С кем... Понятно, я тоже замерзла. Святослав. С кем иначе? А я вот никуда не тороплюсь. Понимаете, мне хорошо, я могу разговаривать на все темы. А я начала выходить. Пупкову большой привет, потому что я начала выходить на связь по скайпу. А Юля вот выходила? Мимы, да. Четверг, когда в четверг ты выходила? А я одела платок, мама говорит, ой, снимите, тебе не идет платок. Нет, не надо. Я сказала, вот этот платок не идет. А из того, что можно было выбрать красивый платок. В общем, перебирали их. Она одела красивый платок. Смотрится как-то. Понимаете, ну все же должно быть с чувством. Да. Ну это, знаешь, какой-то платок взять. Ну надо это, чтобы красиво было. А я отлично на это не смотрю. Я одел валенки. Понимаете, вы понимаете, а я считаю как женщина, у нас женский взгляд. Если я могу сделать себя лучше, зачем я сделаю себя хуже? Смотрите, многие люди, например, насчет бороды, да, у мужчин,
Некоторые, да, мы знаем. Да, некоторые говорят, подравнивают, да, чтобы было красиво. Знаем. А зачем красиво, когда Богу это не угодно? Но все равно, если у человека есть выбор сделать себя лучше, то мы сделаем лучше. Ну ладно. Пойдем, они больше потом сделают. А то мы от проповеди. Ну ладно, все. Ну все, с Бог помощью. Ну все, спасибо вам за что? За все. Вас тоже, за молитву тоже благодарю. Спасибо, мы всегда с вами молимся за вас. Все, спасибо, Христос вас. Бог помощь. Всего доброго. Все, попался в кадр. Ладно, пошли. Почему мы люди смертные? Знаете, почему люди умирают? Вы слышали, что тот, как Адам и Ева вкусили запрещенный плод, дерево познания добра и зла? И написано, с тех пор, это, когда вкусите, Господь говорит, смертью умрете. И с тех пор мы, как привет, потомки их, все мы, люди на всего земного шаре. Мы смертны с тех пор. Потому что возмездие за грех смерть. А жизнь вечная – это дар вечный в Господе Иисусе Христе Божий наш. И чтоб нам этот грех искупить, Господь Иисус Христос пришел на землю, как Агнец, как и был закон за грехи людей. Он был убит, воскрес на третий день. И всякий, кто будет веровать в Него, Господа, но веровать, конечно, не просто там, я верю, а соответственно жить по вере. И будет креститься, будет спасен. Кто не будет веровать, то будет осужден. Тот может быть крещен, но не будет веровать, то будет осужден. Понимаете, осужден – это вечная погибель, это огонь пылающий, то есть темнота, скрежет зубов, то есть бесконечные муки. Вот, мы хотим, чтобы люди избавились от этой страшной участи посредством, конечно, веры во Христа. А вера от слышания, слышание вот, от Слова Божьего, от Слова Божьего. Вы можете, знаете, обновиться духом своим, покаянием, в своих грехах, покаяться во всех своих проступках жизни, больше, никогда больше их не повторять. И благодать Господня, она вас даст вам силу бороться с грехом, с любым грехом. Вы побеждали врага. Написано, потому что сокрушит сатану под ноги ваши вскоре. Извините, пожалуйста, вскоре. Читайте, наблюдайтесь. Сколько жизнь там. Слава Христа. Господи, не верите? Это кто мир, кто вас сотворил? А маму кто сотворил? Ну а кто самый первый это был? Где же кто-то? Или бесконечно это было? Это же невозможно. Все когда-то умирает. Все же. Не поспоришь таких. Ну как видишь, написано, все писание вдохновенно и полезно для научения, для обличения. Знаешь, что такое обличение? Я когда говорю человеку, почему вы курите? Курение – это большой грех. Человек убивает свое здоровье, свой разум именно такими грехами. Для исправления, для доставления в праведности. Хотите стать праведником по жизни? То есть жить правильно честно. Жить, знаешь, честно жить на нашем деле не получится. Во все время можно. Были самые древние пророки – Авраам, Исаак, Иаков. Все праведно жили. Я сколько век прожил, историю. Знаешь, честно, мне даже вот эти сопляки были. Сзади терпцы, сзади терпашки. Ну, ругаться не надо. Ну, извините. Вы сегодня я... верите, что можно жить свято, да? Ну, кто-то будет свято, а кто-то будет насчет того, кем. А написано, свято. Что участь грешника в озере огненном. Да хоть был их, хоть один будет праведник на тысячу грешников. И то все будет в огне лучше, потому что золото написано все. Если не будет одним из тысяч, чтобы спастись. Ну, рискнуть, жить так, честно, вот, ну, попробовать вот, жизнь. Одна жизнь-то всего-навсего. Я знаю, что... Перестать там вот бриться там и вот жить там вот на работу, честно там платить десятину священнику. Там, помогать бедным, голодных кормить, сирот, вдов посещать, больных в церкви. Вот кстати, свою жизнь можно, посвятить. Конечно. Конечно. Это брат, нужно. Да, я дополню немножко. Там в Евангелии, подержи, пожалуйста. Да. В Евангелии так написано, ученики тоже подошли к Господу Иисусу Христу. А он говорит, всякий смотрящий на женщину уже прелюбодействовал в сердце своем. С вожделением, с желанием. То есть. Посмотрел на женщину, воспламенился, все, ты нарушил уже седьмой заповедь. Не потом, просто воспламенился, уже... Ненавидящий брата своего, есть человек-убийца. То есть по Адаму мы все братья. А ты если его что-то... Я бы ему, как говорится, всыпал или убил бы его, если бы там встретил бы. Ты уже нарушил шестую заповедь. И ученики такие, Господи, а как же нас спастись-то? Кто может спастись вообще? Потому что все везде нарушают. И Господь так ответил, человека невозможно, а Богу все возможно. То есть когда ты молишься... Вот я, например, уже сколько уже? 38 лет, а 26 лет, я в 26 лет стал осознан на колени перед Творцом своим. Осознал, что есть Бог, что я его нарушал заповеди целенаправленно 26 лет. Я верю, вот. Что есть. Я верю я в Бога. Я к чему говорю? Я к тому, что я осознал свою немощь. Понимаете, Господь говорит, отвергни себя, свой я растопчи, осознай свою немощь, что ты без Бога не сможешь.
заповеди Божьей, сам говорят, не просто не сможешь, потому что над тобой есть другой, твой хозяин, это сатана, который тебя побуждает на грех. И вот когда и начинаешь молиться, то есть молитву, вот если ты молишься к Богу, Господь тебя сохраняет от любого греха, сохранит. Дело в том, что я не крещен. Я до крещения 2 года уже знал Господа и ходил по его заповедям святых. Потому что Господь меня по молитве сохранял от блуда, от наркотика, там, от курения и так далее, других каких-либо грехов. А если человек не молится, ничего и нету. Господь, он же нам дал свободу. Свободу каждому человеку. Мы же не можем выбирать добро и зло. Это между нами, наше все. Государство наше эту свободу убрало. Дело не в государстве, а это свобода. Мы будем отвечать перед Богом на суде Божьем. То есть как мы, что поступали, как делали. Написано, ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть перед Богом, Творцом мы будем отвечать. Ладно, есть, давай. Ну все, Бог в помощь. У вас интернет есть дома? Есть. Есть? Визит, я дома. Это может быть ваш самый решающий день в жизни, когда к вам впервые подошли люди и серьезно рассказали, что ждет суд страшный, и будет рай, и будет ад, Царство Небесное. Да я знаю, что я буду, я уже знаю, что я буду в аду гореть. Вот это первый шаг покаяния, признать себя, что ты погибший грешник. А второй шаг покаяния, покаяться пред Господом, чтобы он спас благодатью своей. Это в крещении совершается, прощение грехов. Смотрите, вот у нас сайт, форум и на ютубе канал есть, там более 6000 видеороликов. Хорошо, полезно. Смотрим. 6000, представляете? Посмотрим, значит. Не жми кнопку.